С самого начала MA-131-020 создавали преимущественно для рынка, который называли «Черная Африка». В тот момент общество называло новое транспортное средство самым необычным автобусом всех времен. Но модель Минского автомобильного завода с индексом 131-020 произвели таким образом, каким автобус-внедорожник желал видеть клиент из Африки. Пассажирский автомобиль построили на более длинной платформе грузовой модели MAZ-5336. Учитывая длину транспортного средства, а это 11,5 метров, задний свес занимал 4,2 метра. Заставляет передвигаться этот необычный автомобиль 250-сильная силовая установка EMZ-236. В качестве связующего звена между двигателем и колесами выступает трансмиссия китайского производства Fast Gear. Чтобы облегчить и упростить ремонтопригодность модели, применили простой кузов. Также можно заметить расположенный на крыше багажник, который протягивается почти до водительского места. К нему подвели лестницу, чтобы там могли разместиться дополнительные пассажиры. Задекларированная грузоподъемность составляет целых 3 тонны. Что касается рабочего места водителя, оно достаточно простого типа. Применяются компоненты от автобусов Минского автомобильного завода первого семейства. Самый примитивный салон обладает 44 посадочными местами, а общее количество пассажиров – 73. Очень жаль, но проект с течением времени забросили, в надежде, что он возродится летом 2019 года. По словам пресс-службы УАО МАЗ, компания изучила потребности африканского континента и решила поставить цель перед конструкторским бюро – приступить к разработке нового автобуса. Руководство компании рассчитывает, что модель будет востребована на африканском рынке. В последних числах августа 2019 года поступило заявление, что новое семейство пригородных автобусов для африканцев будет спроектировано с учетом специфики Африки, поэтому будущий автомобиль будет без проблем передвигаться по различным дорогам, куда можно включить грунтовое покрытие. Минское транспортное средство будет обладать высоким клиренсом, неприхотливой силовой установкой и достаточно простым салоном. Вдобавок ко всему, чтобы повысить уровень комфорта, было принято решение установить мощный кондиционер, так как в Африке бывает очень жаркая погода. Но если говорить про дебютное семейство вышеупомянутого MAZ-131-020, то оно получилось невостребованным. Автомобиль оставался в районе завода и иногда демонстрировался на экспозициях, которые организовывали для гостей Минского автомобильного завода. Единственную модель решили выставить на продажу. Уникальный автомобиль оценивается в 29 тысяч долларов, примерно 1 миллион 930 тысяч российских рублей. Проехала минская модель лишь 30 километров, поэтому говоря о техническом состоянии транспортного средства, оно более чем хорошее. По заявлениям, единственный экземпляр передадут Сирийскую Арабскую Республику в роли гуманитарной помощи. Данное распоряжение уже было подписано Советом Министров Республики Беларусь. Минфин покроет цену указанного автобуса через Министерство промышленности. Интересно, что возмещение средств затрагивает транспортные, командировочные и прочие расходы. Покрытие возможно благодаря средствам, выделенным белорусским руководством на ликвидацию стихийных бедствий, аварий и катастроф.